Добрый день. Перед выездом на природу нужно определиться с теми ножами, которые возьмешь с собой. И в качестве фикса я решил взять универсальный проверенный нож от компании товарищества Завьялова. Это финочка НКВД. Ну вот и собаки пошли посмотреть на это. Это стандартная финочка, именно универсальный нож. Вот и проверил его универсальность в работе. Наша экспедиция, и время подвести итоги, как показали себя ножи в работе. Итак, финочка НКВД от товарищества Завьялова. Финочка из стали Д2. Ну, естественно, отличие от оригинала, это тоненький клиночек. На самом деле, финка отлично справился со своими задачами, но надо понимать, что тонкий клинок не терпит значительной боковой нагрузки. Удобные кожаные ножны обеспечили как сохранность ножа, так и избегание травм, потому что падений с нарты было достаточно много. Ни разу ножны не подвели. Вот. Кабурная кнопка сделана достаточно удобно и фиксирует нож в ножнах вверху, потому что если все-таки этот ремешок был ниже, ближе к гарде, то была бы высока вероятность все-таки порезать его при извлечении ножа. Нож показал себя достойно,
Сталь показала себя достойно, не потребовала правки во время похода. Ну, можно рекомендовать такой нож. Будет жить со мной в походах. Подписывайтесь на наш видеоканал. Всего доброго. До новых встреч.